Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1502. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. За 22 января 2020 года. Ну и обращение о помощи, кто найдется. Не просто подачка какая-то, а серьезная покупка для сельского хозяйства, комбайн. Ну и здесь подтверждение того, что это так. 4 ролика. Я буду проводить тут быстро. Можно задерживать курсором. Зимой тут все одинаково. Занимаюсь птицами. От голода, холода помогаем выставить. Тут с глазом вожусь, застудил глаз, и нагноение началось. Ну и все время провожу в интернете. Вот тут такой певец пел. Попов. Моноспектакль. Тимофеев, сын Ермак. Я не стал ставить, он разрешения еще не дал. Большую здесь он поэму написал о Ермаке. Ну, вот на этом-то можно сказать и все. Еще такого дальше нет. Ну что, вечером Володя приходит, ну и сразу садится после занятий. В
первая коммуния невеста. И он сам начинает ставить, готовые уже замки снимать, оформлять, какие картинки. А что тут за картинки? Ну, это можем и посмотреть. Что у нас есть? Вот сейчас обновлю. Что там выставлено? Ну, вот все это русский язык. Там. И на этом конец.